Так, всем привет. Привет, привет. Решила выйти в прямой эфир для того, чтобы сделать маску. Давно не делала вот эту, она сейчас со скидкой в каталоге, и многие по моей рекомендации ее заказывают. Она оказывается очень классная. Она подходит не только для тех, у кого проблемная кожа. Что-то блестки какие-то. Вроде не должно быть. Вот. Она не только для проблемной кожи, она для всех типов, и она двойная. То есть здесь такая вот схемка есть. То есть на 5 минут мы наносим разогревающий пакетик и на 10 минут дальше охлаждающую. Лично мне нравится больше эффект от разогревающей маски. Так, все приготовила, кроме ножниц. Но здесь есть такая риска. В принципе, отрывать можно по ней. И пока мы будем делать маску, я еще буду рассказывать о том, что из текущего каталога, помимо маски за 69 рублей, можно взять. Я уже умылась, умываюсь я гелем NovAge. Ну и, соответственно, между умыванием и остальным уходом мы наносим маску. Маска детокс. Вот что-то я сегодня почувствовала, что мне надо этот детокс провести. Я вообще люблю разные маски. Так, эта информация мне тут мешает смотреть, что у меня происходит. Вы меня нормально видите? Олесь, напиши, пожалуйста, привет. Ты меня видишь хорошо? А то мне на лице показывают какие-то окошечки. Подписчиков приглашают. Она вот моментально начинает разогревать кожу. Вот одного пакетика, вот чем мне эта маска нравится, хватает ровно на один раз. То есть вот я его весь выдавливаю, и все, он оказывается пустой. Вот это мне нравится больше всего в этой маске, потому что вот иногда маски из пакетиков, их там настолько много, что приходится оставлять, потом не знаю, когда допользоваться. Поэтому я люблю вот эту масочку. Вот, маску мы нанесли, у меня есть 5 минут для того, чтобы начать, а может быть и все целиком, рассказать вам о каталоге номер 9, в котором я эту маску, собственно говоря, купила. Каталог классный, там много хороших предложений, и я эти предложения, собственно говоря, приготовила их в тазике. Сейчас буду показывать все по порядочку. Вот он, этот 9-й каталог. В нем реально очень много классных предложений. Начнем с того, что в начале каталога здесь вот гели для душа с кусковым мылом по большой-большой скидке. У меня были разные, сейчас у меня не из этой коллекции гели, поэтому не показываю, но сам факт того, что по 99 рублей гели — это очень классно. Что еще здесь есть? Здесь есть зубные пасты, они уходят из каталога, будут новые, потому что уже появились новые щетки. У меня вот, честным образом, заканчивается паста противокариозная, моя любимая. И я уже себе вот тут вот в шкафчике приготовила зеленую пасту. То есть все пасты у нас закрыты фольгой. То есть вот она новая у меня стоит, ждет своей очереди, когда у меня закончится паста моя противокариозная. Что еще тут есть? Я буду в темпе, потому что у меня 15%, я думаю, все, мне хватит телефона. Дальше вот гели для интимной гигиены. Сейчас тоже по скидке самый популярный. Вот такой вот желтенький. Он смягчающий крем-гель для интимной гигиены. По 219 рублей, почти за полцены, поэтому тоже прям советую. Чего еще тут есть? В начале каталога пропустила я маски еще. Маски. У меня из этой коллекции Love Nature две вот маски, восстанавливающие, очищающие. Мне нравятся обе, я ими пользуюсь по порядку, по очереди. Обычно в душе я это делаю, хорошие маски, я их
тоже рекомендую. И сейчас есть у нас классное предложение на wellness кальций. Я тоже принесла. У меня он заканчивается. Тут осталось вот несколько таблеточек. Это мужской кальций с витамином D. Сейчас витамин D — это очень популярный продукт, который защищает наш иммунитет, улучшает усвояемость кальция, собственно говоря, и улучшает состояние костей. Вот, поэтому морской кальций за 1199 рублей. Дальше огромное предложение по ароматам. Тут прям перечислить, не перечислять. Все, у меня вот тут вот из того, что есть под рукой, Excite by Дима Билан. Недавно купили мужу воду, уже половины нет. Ему она понравилась. По очень большой тоже скидке. Excite сейчас 899 рублей, как и ряд других ароматов. Я все перечислять не буду. Сами посмотрите по ссылочке каталог. Тут очень много ароматов. И все они, вот Эклад за 1000, тоже часто люди с удовольствием покупают. Новинка в серии Feel Good, расслабляющая туалетная вода. Новинка 75 мл, вот пионовая, тоже классная. То есть ароматов много разных всяких, и все они с большими скидками. Позес у меня клиенты очень любят, за 1500 прям вообще подарок. Глейшеры, вот ледники тоже, 100 мл по 599 рублей, редко когда все глейшеры со скидкой в каталоге. Так, ну я обещала показывать, что я дальше покажу, я прям даже заложила, что я буду показывать. В следующем я покажу вот тушь, смотрите. Тушь с кисточкой 5 в 1, но изогнутая. Я прямо ее покажу. То есть тушь это стоит 249 рублей. Стоит. Вот такая у нее кисточка. Я в нее влюбилась. Это самая моя вообще любимая кисть из каталога. Вот именно вот это она делает прям распахнутый взгляд. Вот прям хоть сейчас красься. Классно. Вы замечаете, что происходит с маской? Она становится такая жиденькая и полупрозрачная. Вот мне в зеркало прям очень хорошо видно, то она сначала белая была, а теперь она стала реально так поблескивать. Вот она работает. Я помню, да, Олесь, спасибо, у меня еще минутка есть, я прям засекла. Еще классная вот эта палетка, у меня в старом варианте она, очень долгоиграющая палетка румяна, хайлайтер и бронзер. Меня часто ее спрашивают все. Так. Дальше, вот про смыть. Наверное, сейчас я расскажу еще про это средство. Смою маску и буду рассказывать дальше. Средство для снятия макияжа. Я долгое время обожала... О, аж капает, представляете, маска. Все, сейчас надо смывать ее. Вот из серии Novage у меня было средство для снятия макияжа. Оно у меня кончилось, замены пока ему нет. И я перешла вот на это средство... для снятия макияжа. Вот я уже третий использовала. Я довольна, хорошо смывает мне стрелки. Я люблю макияж стрелки делать стойким фломастером. Вот, поэтому за 389 рублей. И на замену ему у меня уже стоит подарочная мицеллярная вода. В тему здесь я ее покажу, вот эту мицеллярную водичку. Сейчас ее можно получить в подарок, если парочку средств заказать из серии Optimals. Любые два заказываете, и мицеллярка в подарок. Так, пол каталога я успела рассказать. Сейчас мы с вами смываем маску и рассказываю дальше. Я использую такую вот желтенькую губочку. Ну, немножко пожурчу вам водой, уж извините, я все-таки маску делаю, тут с вами разговариваю. Но вот эту маску ее очень легко смывать. Смываем мы тоже по массажным линиям, то есть от центра к периферии. Вот она идеально для эфиров, быстро смывается. Вот я салфетку не приготовила. Это вот я промахнулась. Все, легко и просто, быстро смыли эту масочку и наносим охлаждающую. Охлаждающая наносится маска на 10 минут. Сейчас я посмотрю, может, у меня здесь есть. Заначка есть. Такие вот бумажные полотенчики вообще рекомендуют для просушивания кожи лица. То есть полотенцем, которым вы руки вытираете, вообще не рекомендуют вытирать лицо. Я их покупаю в таких вот коробочках и вытираю.
А последнее время, когда я умываюсь и пользуюсь увлажняющей эссенцией, я вообще не вытираю лицо. У меня 3-секундное увлажнение, меня Катя Трофимова научила. То есть я на влажное лицо беру на ладошку эссенцию, капаю и сразу ее на лицо накладываю. То есть я вообще лицо в последнее время не вытираю. Итак, открываем, надрываем охлаждающую маску. Точно так же, вот ее тут, кстати, больше, чем разогревающая, но все равно я ее наношу всю на один раз. Вот так вот я ее выдавливаю, чтобы уже сразу распределить все на лицо. Вот ее тут сколько. Все, пакетик пустой, в пустые баночки отправляется. Вот. По поводу охлаждающей маски говорят, что у всех эффект разный. Кто-то прям чувствует хорошее охлаждение, кто-то вообще ничего не чувствует. Кому-то приятно, кому-то неприятно. Мне приятно эту маску наносить. Я понимаю, что я своей коже делаю детокс классный. И немножко тороплюсь, извиняюсь, тут не сильно ровно получается. Волосы мокрые, мешают. Главное правило, избегаем области вокруг глаз. Вот, ее еще тут, видите, осталось. То есть она какая-то больше ее там, что ли, я не знаю. Вот, она не щипит, ничего. Такая вот приятная, холодочек такой мягенький по коже разносится. Их можно брать с собой. Я в отпуск брала их, эти маски, потому что не надо ничего такого толстого и тяжелого таскать с собой в плане тюбиков. Пакетики наложил. И молодец. Ну и здесь еще намажем, чтобы совсем красиво было. Ой, прям такой кайф. И засекаем теперь 10 минут. Вот 11 минут эфира, как я приглашала, на 20 минут. В принципе, так и получается. Руки-то можно полотенцем вытирать? Так, и дальше, да, на чем мы остановились? На средствах для снятия макияжа. Рассказала, пользуюсь, вот оно у меня честным образом. Использую. Что дальше из этого каталога есть лично у меня? Девчонки, кстати, вот это хочу заказать. Хочу себе серьги за 75% скидки заказать. То есть вот чем классно в Oriflame, тем, что мы можем использовать всякие разные интересные акции. Вот сейчас те, кто делал 50 плюс 50 в прошлых каталогах, могут заказать вот эти вот вещи за 75% скидки. То есть они мне там выйдут что-то 400 рублей. Вот буду делать заказ, сейчас закончу эфир. Так, есть у меня еще вот такие вот крема в офисе, я их дарю к заказам. У меня есть люди, которые очень любят эти крема, крема мечты именно вот заказывают. Значит, дальше вот у меня закладочка жидкое мыло. Тоже прям в ванной у меня стоит. Вот мы именно этим пользуемся. Оно нам нравится тем, что он каким-то тропической какой-то жвачкой пахнет. И здесь же есть вот это вот масло. Оно у меня в офисе, я его там тестировала. Но вот это масло мне нравится больше всего для того, чтобы на тело наносить после душа. Вот это масло, оно быстро впитывается, делает невероятно бархатную кожу. И оно с дозатором, им очень удобно пользоваться. У меня 2 флакона уже кончилось, и третий вот в офисе стоит. Но мне очень нравится. Дейзики без скидки, вот шариковыми я пользуюсь. Сейчас спрей со скидкой. Спрей после того, как я ходила в линзах, мне нельзя было спрея, я вообще их не покупаю. Детская серия. Детская серия у меня представлена практически в полном объеме. Вот этот крем я тестировала в офисе, оставила. Хотя вот я бы, например, сегодня дочке его бы снова нанесла. Шампунь у нас всегда есть дозатором. Уже 2 кончилось. Они классные. Беру. Нравится, что нет запаха. Пенится он так нормально. И с удовольствием я его использую. И вот еще 2 продукта у меня есть. Брала, честно говоря, не часто использую. Вот с маслом у меня больше дочка любит играть. Вот честно, не стала ничего с ним делать. Видите, что с ним? Она его купает регулярно, поэтому оно вот такого вот вида. Ну, маслом пользуюсь сейчас вместо крема. И очищающее молочко под подгузник. Чуть запоздала я его купить, когда нам оно нужно было. У нас не было этой серии, но вот есть периодически.
пользуемся, поэтому эта серия классная. Хотела вот наборчик заказать, но сейчас его нет на складе, разобрали. А так вообще одобренная педиатрами с экстрактом органического шведского овса, классная серия для мам и для тех, для детей точнее, да, и для тех мам, которые чувствуют аллергию и не могут пользоваться, например, кремами с отдушками. Я вот советую вот этот, у меня многие соседки купили именно его для того, чтобы ухаживать за лицом, если невозможно другие средства с отдушками использовать. Вот так. Так, дальше, что я заложила? Продукция Wellness. Хоть она и без скидки в каталоге, но я все равно принесла вам показать свои почти все запасы Wellness. Это, конечно же, вот витаминки мужские, женские. Коктейли есть разные, не все сюда принесла. Все у меня вкусы есть. Витаминки детские у меня дочка употребляет. И витамин для волос и ногтей. Я закончила курс. 4 коробки. У меня действительно начали вот новые волосы расти. Быстрее отросли. То есть мне, например, я перед отпуском стригла челку. 3 недели прошло, она у меня уже длинная. Вообще бы надо было бы постричь уже. Вот. Нутрикомплекс для волос и ногтей пью в паре с пэком. Нутрикомплекс нельзя кормящим и беременным, а Wellness Pack можно. Вот, я пила, пока была беременна, пока кормила. Wellness Pack всегда. Вот открыла, кстати, на днях новую пачку. У меня пока она полная, а у мужа тут уже остался один пакетик. Он вот так вот разрезает, оттуда их достает. Ну, новая коробка уже тоже ждет своего часа. Вот, поэтому продукцию Wellness мы в полном объеме берем с удовольствием. А, вот они, эти маски, как раз таки, да, которую я наносила, вот эту вот детокс. 79 рублей, правильно сказала. Классное масло, подходит любому возрасту. А, дальше линейка Novage. Что я хотела показать, это два средства, которые сейчас с невероятно классными скидками. А вот они у меня есть. Пилингом я пользовалась вчера, он у меня новый, 819 рублей, большая скидка, пилинг с альфа-гидроксикислотами для тех, кому некогда ходить в салоны красоты. А он такой же примерно беленький, то есть его наносишь на лицо на 15, по-моему, минут. Что тут написано? Ну, короче, на 15 минут я его наношу, пока купаюсь, и потом смывать его надо. Его можно на сухую, например, с каткой снимать, а можно вот этой же желтой губочкой. Я в душе желтой губочкой снимаю, мне так нравится больше. Шаги к ровной коже – это пилинг. И из Novage еще очень классную скидку сейчас компания сделала на сыворотку для шеи и декольте. Вы просто посмотрите, да? С 2200 до 1069 рублей, это просто вообще мега скидка, 75 миллилитров сыворотка. Вот еще раз, я многим рассказывала, еще раз покажу, да, то есть мы смотрим, вот, здесь видите написано вот серум, плохо, наверное, видно, но вот здесь написано серум, сыворотка. И на этой баночке тоже вот здесь написано серум. То есть в каталоге написано крем-скульптор для шеи и декольте. По факту это сыворотка. Только смотрите, вот эта сыворотка стоит порядка 2000 рублей. Тут 30 миллилитров. А эта сыворотка 75 миллилитров. И стоит она 1069 рублей сейчас. То есть в дополнение к основной сыворотке и ради экономии основного средства очень круто купить вот эту вот сыворотку для шеи и декольте и наносить ее, соответственно, на шею и декольте. Вот она такая полупрозрачная. Она очень хорошо распределяется, особенно если вы будете наносить ее на эссенцию. У вас будет двойная экономия средства, потому что на эссенцию вообще очень экономно средство наносится. Она как-то его так быстро внутрь проводит, что его много не надо. Ну, быстро оно впитывается, нежный очень аромат. И все, вот, в общем-то, это количество было бы достаточно и на шею, и на декольте. У нас лицо с вами заканчивается около груди. Те, кто хочет красиво и молодо выглядеть. Вот. Ну, вот про это я рассказала уже, да, мицеллярка в подарок любым двум средствам. Это классная акция.
И я еще заложила то, что я давно ждала, но просто чтобы вам показать, да, что я заказала. Я заказала вот эту вот синюю тушь. У меня она была, я и раньше с удовольствием красилась. У меня есть синее платье, синее еще одно платье. Вот очень красиво, с синими вещами смотрится вот эта тушь. А, блин, мы так ее долго ждали, ее так долго не было. Я с удовольствием себе купила. И купила вот такую маленькую помадку. Заказала я спелую вишню, яркую такую, 2,5 грамма для таких вот особенных случаев, когда хочется чего-нибудь интересного. Вот из этих 5 оттенков мне приглянулась спелая вишня. Буду ждать пятницы, когда она мне придет. В общем, получается, что в каталоге очень много всего. У меня вот тут вышел целый тазик. Это я декоративку особо еще не трогала. Вот, что хочу сказать, что очень классно быть умным покупателем, если вы давно не делали заказы, то сейчас еще можно в Beauty Boxing подарок получить. Кто хочет, у меня там в сторисах закреплен. Я сегодня выкладывала картинку с Beauty Box'ами. Пишите, какой вам Beauty Box понравился. Подумаем вместе с вами, как его получить в подарок. Вот, а каталог действует в ближайшие 3 недели, тут куча всего интересного. Мне пора смывать мою маску. Что, вы останетесь со мной, пока я маску смываю, или мне уже заканчивать эфир и идти ее смывать? Собственно говоря, завершение уже. Напишите, кто онлайн. В общем, пока вы пишете, я начну смывать. Если не уйдете, значит, интересно. Вот, после я покажу свой уход. Я буду уже наносить средства по уходу за кожей. Может быть, кому-то будет это интересно. Про каталог я уже рассказала. Вот чем мне нравится эта желтая губочка. Ну, круто вообще ей смывать быстро. Маски. Ну, немножко горит лицо. Оно даже покраснело, мне кажется. Вот нос красный после этой маски. Ну, это значит, что она работает, если после интенсивного ухода у вас чуть-чуть там что-то краснеет, можно или успокаивающую маску нанести, если прям совсем все горит и это некомфортно. А если такое прям легкое покалывание, то это нормально. По-моему, даже тон кожи стал ровнее после нее. Ой, как приятно, как приятно. Главное, чтобы у меня телефон не сел. Не сядет. У меня телефон новый, полученный в подарок от компании Samsung Galaxy A72. Сейчас, кстати, тоже идет классная кампания по приглашению. Кто не видел, там офигенные подарки, там ручной блендер на дистанционной зарядке, там классный электросамокат, там спортивные резинки есть, там есть коктейль, кстати, клубничный, там есть мыло жидкое Essence Eco серии. То есть там много всего приятного и классного. Руками всегда проверяю, как я хорошо очистила. Ну и, собственно говоря, все. Теперь я вытираю руки. Вот покажу вам 3-секундное свое увлажнение. То есть я очистила лицо. У меня есть такая вот корзинка. Она у меня стоит в шкафу около зеркала. И здесь все мои средства, которыми я пользуюсь каждый день. И первое средство после умывания – это увлажняющая эссенция. То есть я просто вот так вот капаю на руку, распределяю. И вот так вот наношу на влажную кожу. Конечно, я это делаю в ночнушке, я еще в декольте вот так вот все мажу. Вот, оно буквально очень быстро впитывается, еще и вот на руках остается, потому что на влажную кожу меньше средства надо, это тоже очень классно, то есть эссенция. Дальше у меня сыворотка идет, я сейчас прохожу курс от пигментации, потому что после моря у меня тут вот чуть-чуть опять проявилось мое пигментное пятно. Наношу я пол нажатия, потому что реально после эссенции сыворотки много не надо. И опять же, я ее наношу только на лицо, на декольте потом, чтобы не забыть, я наношу следом свою сыворотку для шеи и декольте. Тоже, опять же, чуть-чуть буквально. И все сразу на место убираю.
Вот сейчас мне опять придется вот так вот делать. Вот, то есть нанесли, можно несколько скульптурирующих движений по подбородку сделать. Все, сыворотки нанесли. Крем для век. У меня еще и серия SkinRJS никак не закончится. У меня крем для век — это самый долгоиграющий продукт. Здесь металлический шарик массажный, тоже приятно наносить. И безымянными пальчиками по массажным линиям мы крем распределяем. И дальше уже идет ночной крем. Еще мне очень нравится в серии Brights of Lime. Здесь ночной крем с дозатором, то есть одного нажатия с учетом эссенции всех средств, которые я нанесла на лицо, одного вот этого нажатия хватает на лицо, шею и декольте мне. То есть я опять же распределяю. Ну, мне вот так удобнее делать. В последнее время я наношу таким образом крема и пальцевый душ. Ой, собственно говоря, все. Не забываем ушки. Все, до 10 часов я успела нанести свои средства. Все, моя корзинка отправляется на полочку. И я свои вечерние процедуры закончила. Любите себя, покупайте себе классные продукты и не забывайте ими пользоваться, потому что средства, стоящие на наших полочках, в ванной, они не работают, их обязательно нужно наносить на себя с любовью и благодарностью и ухаживать за собой. Это дает нам нашу женскую энергию, это дает нам удовольствие, ароматы, вот эти все текстуры. И очень классно, когда можно дома, сидя на диване, сделать заказ в своем магазине, в целом таком толстеньком, да, в котором 156 страниц, и заказать все самое классное, все самое свежее, с гарантией качества, с научными патентными разработками, и получить это все по огромным скидкам, получить еще кэшбэк, а еще и позвать подружек и получить за это подарки, о которых я сегодня рассказывала. Это продукты для здоровья сейчас у нас идут в программе по приглашению. Там есть даже массажер для глаз беспроводной, электронный. Там есть умные весы, за которыми, может, с помощью которых можно следить за параметрами своего тела. Ну, короче, классно. Поэтому смотрите онлайн-каталог, делайте заказы, ну и ухаживайте за собой. Делитесь в комментариях, на кого я вдохновила сегодня на масочки. Всем пока-пока!